Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня я покажу вам объект, который находится по адресу проспект Нахимова, 136. И начну я свой видеообзор с центральной аллеи Приморского парка. Эту аллею я недавно вам показывал на своем канале. Она все еще в процессе ее реконструкции, но выглядит уже намного лучше, чем раньше. Поэтому рекомендую, если вы еще не посмотрели. Это проспект Нахимова. Нам с вами в эту сторону. Через дорогу напротив дом по проспекту Нахимова 158. Визуально этот дом очень сильно изменился. В хорошем смысле слова. А по левую сторону от меня территория Приморского парка. Эта территория очень большая, и здесь все в процессе реконструкции. Этот парк мы скоро не узнаем. Или я скажу так, этот парк скоро будет выглядеть как парк, а не как лес. По правую сторону от меня, через дорогу, дом номер 154. Внешне он тоже очень сильно изменился. Здесь провели капитальный ремонт. Следующий дом по проспекту Нахимова 152. Как правило, в домах внутри меняется проводка, в квартирах меняют батареи, окна, приводят в порядок коридоры, лестничный марш, кровлю, фасад и так далее. Дороги по проспекту Нахимова уже в шикарном состоянии. В эту сторону тянется улица Лавицкого. По этой улице я уже проходил несколько месяцев назад. Но за это время дома здесь очень сильно изменили свой внешний вид в лучшую сторону. Поэтому мы с вами еще прогуляемся здесь. Через дорогу дом под номером 138/2. В этом доме были разрушены несколько квартир с левой стороны. Поэтому дом разбирали до фундамента и выкладывали новые стены. Сейчас дом выглядит как новый. Уже пришла осень, а погода шикарная уже несколько дней. Очень тепло, поэтому приятно гулять на улице. Особенно по таким тротуарам. Итак, друзья, мы подошли к нашей цели. Дом по проспекту Нахимова, 136. Отсюда уже видно, что дом в процессе восстановления.
Уже сделали фасад. Здесь был демонтирован дом по адресу проспект Нахимова, 134. Объект был разобран вместе с фундаментом. Со стороны двора все еще ведутся восстановительные работы. Сейчас мы с вами заглянем в подъезд. Здесь установили новые двери. Да, в подъезде сделали ремонт, новые перила. На каждом этаже свет включается автоматически. Сегодня воскресенье, поэтому строители не работают. Выходной день. Дома здесь становятся красивыми, конечно. Дом по адресу улица Лавицкого, 4. Это дом номер 138/2. Я вышел на улицу Лавицкого. Снова вижу такую же ошибку, как и в другом районе. Смотрите, требуются на работу монолит-лички. Сварщики, фасадчики, штукатуры, разнорабочие. Оплата от 2000 рублей до 2500. День и номера телефонов. И прежде чем я завершу свой видеообзор, друзья, я свернул на центральную аллею Приморского парка. Хочу вам показать эту красоту.
вдоль этой дороги, сделали парковку наконец-то. Теперь есть куда припарковать свой автомобиль. Даже в воскресный день на территории Нахимовского училища ведется стройка. Атмосфера этого парка поменялась в лучшую сторону, конечно. Стало очень красиво и уютно. Одним словом, здорово. Лестница, ведущая к морю. Это новая смотровая площадка. Раньше спуск к морю был здесь.